Прошла вторая очередная сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. В заседании принял участие и глава республики Рашид Тимрезов. Он поздравил депутатов со вступлением в деятельность парламента региона и подчеркнул важность выполнения всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Подробнее расскажет наш корреспондент Александр Лепшоков. Отрадно видеть, что сегодня в нашем парламенте новые лица. Я уверен, что мы все вместе будем решать те задачи, которые были поставлены руководителем нашего государства, подчеркнул глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. После чего он вручил удостоверение и нагрудный знак депутата Народного собрания республики спикеру Александру Иванову. Также Рашид Тимрезов подчеркнул, что каждый из народных избранников будет делать все возможное во благо жителей нашего региона. Все те задачи, которые поставлены нашему президентом Российской Федерации, нашим верховным главнокомандующим, во благо нашей страны, они будут исполнены, и я уверен, убежден в том, что парламент, новый совет нашего парламента будет все делать для того, чтобы держать эту генеральную линию. После председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов вручил удостоверение, нагрудные знаки избранным депутатам. Также в ходе заседания обсудили 32 вопроса касаемо структуры Народного собрания и формирования различных комитетов. В рамках обсуждения этих вопросов общим голосованием утвердили полномочия депутата Ханафия Хасанова. Так единогласно был избран заместителем председателя комитета по местному самоуправлению участник СФО Дахир Мутчаев. Он выразил благодарность главе республики и депутатам за оказанное доверие. Для меня это новая должность. Будем стараться, будем оправдывать доверие, которое возложено на меня. Сегодня необходимо особое внимание уделять развитию, образованию и воспитанию здорового поколения у нас в республике. И я надеюсь внести свой вклад в это дело, отметила избранный председатель комитета по науке, образованию, культуре и по делам молодежи Татьяна Черняева. Она долгие годы отдала развитию образования, являясь почетным работником Общего образования России и заслуженным работником Карачаева-Черкесии. Несомненно, это очень ответственное назначение, и я, как и любой другой человек, волнуюсь, потому что предстоит решать сложные задачи. Ведь мы знаем, что в приоритете нашего государства дети, молодежь, их интересы. На это нацеливает наш президент Российской Федерации и глава Карачаево-Черкесской Республики. И, конечно, у меня уже есть опыт работы в предыдущем созыве. Я думаю, что я справлюсь. Хотя не сомневаюсь, что задачи непростые. Каждый из народных избранников выразил уверенность, что будет действовать в интересах избирателей на законодательном поприще. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.